Добрый вечер. Я надеюсь, музыка сейчас там закончится. Я бы хотел сегодня представить Майнугин квинтет, проект, который только что приземлился из Саква Джаза Сочинского фестиваля с международного. В этом проекте это международная группа. Значит, в ней участвую я и мой сын Станислав. Два наших очень уже теперь близких коллеги, друзья из Праги, Пхарат и Райношек. И Петр Львовский. Как мы написали на сайте, украшением нашего квинтета является ярославская американская барабанщица Саша Могилевич. Номинант программы «Большой джаз» в разделе «Ударные инструменты». Мы даже знаем, кто ей не присудил гран-при. Будем разбираться. И одним из подарков сегодняшнего вечера, я просто сразу скажу, что нужно оставаться до конца, потому что интрига, она будет и в первой части, и во втором отделении. И подарком является Пуме Оливье. Очень известный европейский музыкант. Он работает в Брюсселе, в Париже, в Льеже. Закончил Брюссельскую консерваторию по классу джаза, преподает и играет на губной гармонике. Мы с ним познакомились полтора часа назад. Через полтора часа мы его представляем вам. Я думаю, что будет все хорошо. И мы будем сегодня вас радовать. Я в этом уверен. Спасибо. Thank you.
Thank you.
небольшого города. Мы сегодня будем преимущественно играть авторскую музыку или какие-то авторские версии таких общеизвестных джазовых пьес. И даже не только джазовых. Вы все услышите? В общем, как бы идея небольшого города такая, она чаплинская идея, но, наверное, по музыке понятно, что не этим был вдохновлен человек, а как бы неким таким урбанистическим представлением в большом городе. И вот мы сейчас много летали последние дни. И знаете, когда самолет заходит, и вот ночью у нас так получалось, что все время было темно. И вот эти огромные огни, и, наверное, песня была об этом. А сейчас мы сыграем песенку, которую написал Мхарат Райношек, наш эстрадник. И она называется «Счастливая иллюзия». Почему мы ее играем с большим удовольствием? Она такой нетипичный, не американский джаз, а в ней что-то такое есть и песни западных славян. Он такой продолжает традиции Дворжика и других композиторов своей родины. Бхарат Райношек и песенка, которая называется «Счастливая иллюзия», «Happy Illusion». Thank you.
Сейчас будет еще одна такая авторская пьеса. Было не очень понятно, играть нам или не играть сегодня, но решили сыграть, потому что очень жарко, и она такая достаточно темповая. Ее написал Владимир Майдугин, папа мой. Хорошо, пожалуйста. Называется она «Иран». Это такая тоже история, ну, личного свойства. Thank you.
Спасибо, спасибо, спасибо. Это была композиция Вадима Майдугина. Нам тоже нравится. А сейчас мы опять приглашаем нашего друга Оливье Поме на сцену из Бельгии. И сыграем такую вещицу, немножко, может быть, психоделическую, немножко такой разворот в прошлое. Играется на сцене. Кстати, это очень здорово. Огромное спасибо Никите и Славе, звукорежиссеру. Здесь всегда очень хороший звук, очень приятно работать, комфортно, в какой-то казалось. Ну и помимо всего прочего, они не поленились достать на сцену этот замечательный инструмент, который редко где бывает, редко у кого, натуральный Родос Фендер пиано. И сейчас... И на нем хочется поиграть. И на нем хочется поиграть, да. И... Сейчас манзи. Песенка называется «Теплые дни детства». Thank you.
Спасибо, спасибо, спасибо. А, сейчас будет, наверное, может быть, самое известное из нашего репертуара в разных форматах, в разных наших группах, в разных проектах. А, песенка, которую написал папа, называется она «Петр Ильич Чайковский». Thank you.
версию очень известной мелодии, все вы ее знаете, написал Оливье Пума, эту вещицу. Нет, он написал это, конечно, кто написал? Слава себе, да? Сейчас вы все услышите. Thank you.
Бухана. Большое всем спасибо, что сегодня вы пришли сюда. Пусть нас немного, как говорил один мой знакомый рок-музыкант, он говорил так. Огромный 30-местный зал был забит практически наполовину. Но, тем не менее, все равно тепло, хорошо, и нас не так много, но мы в тельняшках. Да. Спасибо большое, что пришли. Потому что такая жара, я знаю, просто многие концерты отменились в Москве сейчас. Спасибо, мы сделаем небольшой перерыв, и минут через 15 вернемся на эту сцену. Спасибо. Мы продолжаем. Сейчас такое будет отделение, в котором будут участвовать наши гости. Гости, наши друзья. Ну, где-то кто-то будет играть. Ну, и прежде всего я хочу объявить нового участника. Это московский пианист известный Алексей Подынкин. Приветствую. Пока на сцене Майнугин квинтет плюс Пумая Оливье, Алексей Подынкин, Харатой Райношек, Петр Дворский, Саша Могилевич, Стас Майнугин. Ну и я буду появляться где-то. Спасибо, начинаем. У нас будет такая, мы долго решали, слушаем, что сыграть. На выбор этой вещи повлияло два фактора. Первое, что у нас сегодня нет контрабаса, и Петр играет на бас-гитаре, поэтому как-то свинг не очень удобно играть. Решили сыграть такой латино-фанк. А вторая песенка, которую мы сейчас исполним, она называется, это такой стандарт Хорса Сильвера джазовый, она называется «Song for my father», песенка для моего папы. Thank you.
Thank you.
наш друг Алексей Подымкин. Ну, спасибо большое. А тут у нас на сцене гитара лежит, она лежит неспроста. Спасибо Райгу, который ее дал. К нам пришла наша замечательная, много лет с нами работавшая, я надеюсь, еще и будет она с нами это делать, замечательная московская певица Анастасия Деляева. Она здесь. Она здесь. А споем мы такую самую козырную песенку из репертуара, она называется. Во всяком случае, мое личное мнение, что ее никто так проникновенно, как Настя, не поет. Называется «На деньги», написала Антонио Карлос Джанет. Звучит, конечно, безобразно. Настройка гитары имеется в виду. Все остальное здорово. Так, мастер-класс по настройке гитары. Саксофон настраивает. So vast is the sky with fiery clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. Don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and to me. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see. When you read me, oh my Gigi. Oh Gigi, like the song of the wind in the trees, then how my heart is singing Gigi. Gigi, when you're with me, I love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. You.
Thank you.
сыграем песенку, которую в последнее время практически всегда заканчиваем. Такая веселая и задорная. Песенка называется по-итальянски «Квази тутто». Почти все. Thank you.
Все, огромное всем спасибо, кто провел с нами сегодняшний этот вечер. Сегодня для вас играли Александр Могилевич и Дарна. Петр Дворский, бас-гитара. Вадим Майнугин, Мария. Парата Райношек. Меня зовут Стас Майнугин. Оливье Пуме. И наши гости Анастасия Беляева и Алексей Подымкин. Спасибо.